Всем привет, друзья и гости канала. Мы продолжаем с вами играть в игру, созданную в бездне, и всех поздравляю с новым 2024 годом. Желаю вам счастья, здоровья, успехов в работе, учебе и, самое главное, мира. В общем, друзья, в прошлой серии мне написал один человек, что яйца... У нас же задание до сих пор висит. Задание у нас, квесты, вот, ингредиенты для необходимой еды. Вот, нам надо собрать яйца. Мы в прошлой серии собрали только одно яйцо и не могли никак найти остальные. Но, спасибо тому человеку, кто мне подсказал, что вот они, яйца. Ага. Что яйца выпадают с птиц, оказалось. Так. Мне надо что-то выбрать. Так, и у меня опять полный рюкзак, да? Вот теперь думаю, что выкинуть. Так, бинты нам надо, бинты мы не трогаем. Мы выкинем... Так, камни... А давайте мы сделаем кирку. Кирку, так, предметы... Хорошо, на всякий случай сделали кирку, и хорошо. Так, теперь предметы. И мы можем камень этот... Клин из перьев. Так, а я не знаю, что выкинуть, друзья. Вот это надо выкинуть... Так, 50, 200, 100. Грудь принцессы. Блин, друзья, а что удалить-то? Что мне выкинуть? Ну, разве что только вот это выкинуть, друзья. Просто я не вижу иного. Так, птичье мясо тоже выкинуть. Так, кирка, здравствуй. Все, мы выполнили. Еще сколько на ней? Еще последнее яйцо. Вот, спасибо тому человеку, который мне подсказал, что яйца выпадают. Давай. Так. Птичье мясо, но мне птичье мясо не надо. Мне надо яйцо, а не мясо. Так, давайте спускаться вниз. Так, а что нам нужно перекусить-то? Возьми кирку. Все, друзья, мы выполнили квест, и нам теперь надо... Мы даже больше, чем надо. Мы даже больше, чем надо. Так. Хорошо. И нам теперь что надо? Назад возвращаться?
Так, ну без еды это, друзья, наверное, такое себе будет назад возвращаться. Так что я предлагаю еду нам сделать. Так, создание. Предметы, еда. Так, мы выполнили квест. А, ясно. Так, в любом случае здесь птиц много, поэтому... Так, а давайте, друзья, мы перекусим. Где у нас наше блюдо? Вот. Оборудование мы возьмем вместо вот этой еды. Вот птица. Иди сюда. И ты сюда. Ладно, нет, ты там постой. Вот, я в бездну, друзья, уже очень много не играл. 3 недели я сюда уже не заходил. Я уже все позабыл. Так, птичье яйцо и последнее. Все, мы квест выполнили. Все, друзья, теперь можно отправляться назад. Вот, я, правда, друзья, немножко не представляю, как мы назад с вами полетим. Пойдем, вернее. Так, а что-то я начал что-то кирку сильно тратить. Создание. Так, ну в любом случае у нас есть с вами, если что, пистолет, который не заряжен, да? Так, поднимаемся. Так, а мы что-то сможем, друзья, с вами приготовить? Ну вот это мясо-суп из рыбы демон. У нас не хватает одной палочки мяса. Рика бомба. Да, теперь я начинаю понимать хардкор этой игры.
Так, а дальше что? А мы же тебя сейчас помрем, да? Извиняюсь, мы сейчас помрем с вами. Хотя у нас есть бинты, но еды нет. Так, что мы можем сейчас приготовить? У нас нет соли. Идеально. Да. Так, а что же нам делать? Так, давайте загрузимся мы оттуда. Делать. Делать нам надо сейчас какую-то еду. Срочно. Создание. Палочка Миттона. Ну, сейчас подберем мы эти... Так, мясо птицы. Мясо птицы мы сразу можем... Его как бы, да. Так, давайте мы сразу сделаем еще кирку с вами. Так, оружие, да. Еще одну кирку. И все же пойдем найдем себе это. Еды. Вот. Или как вариант половить рыбу. Как вариант, друзья. Вот, но просто я не представляю, что мы будем делать. Мясо птицы. Зачем мне ваше мясо птицы? Мне надо птичье яйцо. Мясо птицы у нас в любом случае будет. Мясо птицы. Так, друзья, или у нас есть еще вариант немножко поубивать еще белочек. Белочки. Вот, и чьё-то. Да, как-то сложновато это задание, мне кажется, для нас. Так, а мы точно ничего не можем приготовить? У нас еще топор есть, поэтому мы можем не бояться. Просыпайся. Так, мне птичье мясо не нужно. Зачем мне ваше птичье мясо? Ну, друзья, вы, наверное, сейчас думаете, нахрена это выбрасывать. Все потому, что у меня
В рюкзаке нет места. Так, а где, почему нет у меня яйца? Мы уже там сколько собрали? Два? А по идее мы ничего не можем приготовить, да? Мы можем только вот это птичье яйцо. Везде нужно соль. Я в шоке. А у нас соль-то вообще из чего делается? Предметы, одежда, оружие. Ничего не понимаю, честно. Я уже разучился играть в эту игру. Я забыл все ее принципы. Я забыл все абсолютно. Слушайте, друзья, может мы на этот уровень зря спустились, а? А ну-ка, погодите, друзья. Просто ради интереса. Может мы реально сюда зря спустились? Так, 4.24, 4.1. Вот тут же есть, тут же у нас есть песни, скажите мне. Тут же у нас тоже птицы есть, а мы с вами, друзья, как идиоты... Ну да, друзья, тут у нас есть тоже птицы, а мы с вами как идиоты там. Так, мясо хвоста. Вот. Ну, значит, здесь ждать птиц, что ли, или как? Может, на еще ниже немного спуститься? Но я просто, друзья, немножко понял, что мы с вами слишком низко спустились. Так, что там у нас? Предметы. И давайте мы сделаем сразу же еду. Мясо хвоста нам нужно еще. Мясо хвоста. Девочки. Так, и где все птицы? Или мы тоже, друзья, правильно с вами спустились, да? Вот честно, я уже все позабывал. Так, оборудование давай сюда. Вместо солнечных свет. Или я тупой, или действительно что-то не так. Так, ну давайте спускаться ниже. Хорошо, что...
Первый раз тогда получилось. Так, хорошо, друзья, давайте мы знаете, что сделаем. Начнем отсюда. Тут у нас же тоже... Потом поднимемся. То есть поднимемся и будем идти там выжидать. Но птица за птицей была, а сейчас ни одной птицы. Так, сейчас же давайте мы сделаем с вами еще одно оружие. Еще одну технику. Тише. Да. Веселое начало, да, друзья? Вот, печенье яйцо. Хорошо. Вопрос, куда еще будут птицы? Лететь или нет? Короче, друзья, это должно... Это чистый рандом, я вам скажу. Это прям вот чистый рандом, потому что... вот сейчас мне выпадает... так, демонтируем. Вот мне уже выпало два мяса хвоста. Вернее, это птичье место. Три. И вот мы завершили с вами квест. Вот, то есть это рандом чистой души, друзья. Я не знаю, почему, как, но... Так быть не должно. Так, давайте знаете, что мы с вами сейчас делаем. Нам надо сейчас сохранить. Предметы. Так, создание... Так, это у нас, друзья, пули. Так, нам бы на самом деле сейчас сохраниться было бы очень неплохо. Так, а еще лучше даже сейчас покушать. Нам бы было очень сейчас, кстати, покушать. Так, и оружие. Ага, твердый камень нам нужен еще. Понял. Все, мне надо
Все, я надеюсь, мы сейчас где-то сейчас тут не закончимся. Очень на этом надеюсь. Так, а мы точно ничего с вами не можем приготовить вообще? Ну только птичье яйцо можем, но у нас, да. Нам бы еще одну белочку, мясо хвоста. Красные птицы. Демонтируем. Мясо жука. Как раз мы сейчас, возможно, с мяса жука что-то, друзья, и сделаем. Так, мясо жука. Отлично. Просто супер. Так. Оборудование. Оно не восстанавливает, оно только ХП восстанавливает. Бля. Так, ну смотрите, у нас 7 яиц. Мы по факту можем сделать птичье яйцо. Да. Вот это прекрасно у нас, конечно, мотка началась. Вот это у нас, конечно, хардкорчик начался. Так. Иди сюда. Мне сюда еще одну птицу. Или мы квест выполним? Еще одно яйцо, последнее нам. Все, хорошо, можем идти спокойно. Так. Так, друзья, ну смотрите, у нас, если что... У нас, если что, ничего нет, да?
схватить. Так, а мы можем что-то вообще создать? Так, хорошо, значит, лука постреляем. А у нас лук, пожалуйста. Так, лук будет стрелять дугообразным снарядом, позволяет... Так, ну это мы знаем. Так, ладно. Знаете что, друзья, давайте мы попробуем отсюда. Потому что мне кажется, мы тогда забрали просто немыслимую шу. Раз. Птичье яйцо. Ну, друзья, просто попробуем отсюда выбрать. Так, как раз сейчас кушать тебе приготовим, потому что это не верно. Белочка. Белочка. Так, что мы можем выкинуть? Мы можем выкинуть спокойно вот это. Ломанный почтовый шар. Так, что мы еще можем выкинуть, друзья? Мы можем выкинуть... Не выкинуть, а сделать. Давайте мы сделаем с вами оружие. Так, что мы еще? Вот это можем разве что выкинуть, да? А, мягкое мясо. Так, и давайте мы съедим вот этот плод. Я, друзья, честно, уже все позабывал. Уже все забыл, как чем пользоваться. Так, нет, мне надо вот съесть. И давайте мы здесь сохранимся. Так, сохранимся мы вот тут. Вот, перезапишем. Сейф. Ухватить. Спасибо.
Так, и здесь подождем наших птиц. Потому что туда спускаться я смысла никакого не вижу. Хотя, друзья, мы сохранились, можно... А у нас набор появится, да? Так, а веревку мы можем с вами? Так, ну, давайте, что ли, опять туда спуститься. У нас просто уже побольше этого. Побольше всего. Да, кто же знал, что это задание будет настолько сложным? Или я с непривычки как-то. А где, собственно говоря, все птицы, а? Мне вот что интересно. О, птицы появились, друзья. Узнали обо мне. Помнили. Вот, не знаю, мне что-то, друзья... Я отвык уже от первой системы. Уже забыл, какие здесь животные и так далее. 3 недели не заходил в эту игру. 3 недели, вы представляете? Так, ну что, ждем здесь наших птиц. Здорово. Птичьи яйца. Так. Ну давай, мне еще сколько мяса твоего птичьего? Вернее, не мясо, а яйца. Так, давайте съедим вот это. Так, демонтировать. Там. Сюда. Спасибо. Так, птичье мясо мне не надо, мне надо птичье яйцо. У нас еще сколько? Еще два яйца. Да, трудновато, друзья, как-то это задание, мне кажется. Даже слишком. Даже слишком трудновато для меня. Ничего, разыграемся, так?
Зачем мне ты вот это вот? Так, девочки, здравствуйте. Мясо хвоста, отлично. И теперь мы можем взять с вами приготовить его еду. Так, ну, я думаю, давайте по небу потихоньку подниматься, да? Вот, потихоньку будем подниматься, а там уже к нам и птицы прилетят. Кстати, я смотрю, там прям огромные птицы летают. Так, а, у нас есть еще одна кирка. Мы во все оружие, друзья. У нас три оружия. Вот как раз и птица. Так, мне кажется, надо будет как раз здесь сохранить, да? Все, друзья, сохраняемся. Ой, как это было, друзья, сложно. Как это было сложно. Слава богу, что мы, друзья, сохранились, да? Сейчас будет, знаете, что самое сложное? Сейчас самое сложное будет это... Прыгнуть. Вот, друзья, что интересно, как нам теперь сюда допрыгнуть? Так, походу нам туда никак не допрыгнуть, да? Так, хорошо.
Так, а как нам выбраться, друзья? Погодите, а если нам... А это у нас что тогда такое? О! Сразу бы так. Или это не то? А ну-ка, друзья, это, по-моему, немного не то. Так, это, конечно, мне все замечательно нравится, но как нам назад-то вернуться? Как нам вернуться назад? Ничего не понял. Так, друзья, смотрите, я иди нахер. Я тут так посмотрел, смотрите, значит, сюда мы чисто физически не сможем забраться. Расскажу почему. У нас, чтобы забраться сюда, не хватит выносливости. Сюда, ну, что сюда? Давайте мы. Опа. Допрыгаем сейчас сюда. Немного проклятие бедствия схватили. Сюда мы тоже чисто физически никак не сможем допрыгнуть. Вот, потому что здесь нет выступов, за что схватиться здесь. Ну, сюда мы тоже не сможем допрыгнуть. Вот тот портал, ну, здесь есть, да, выступ, но смысл нет. Даже могу вам продемонстрировать, что мы не можем сюда допрыгнуть. Абсолютно. Ну никак. Я уже пытался и могу даже без оружия попытаться допрыгнуть туда. Даже если мы сейчас спрячем оружие. Я кого-то спрячу оружие. Как спрятать оружие? Ага, это мне не надо. Ну ладно. Хоть с оружием, хоть без. Ну, сами понимаете, да? Вот. Вариант только один у нас. Вариант один — это спуститься сюда. Вот. Вот тот путь, я не знаю, куда он ведет. Но, по сути, друзья, по сути, по карте нам туда и надо. Вот. Путь к большому мосту, потом, ну, и так далее. По сути, нам туда и надо. Но я не знаю, что там нас ждет. И я такой, чтобы вернуться той дороге, которой мы и пришли. Потому что, ну вот, вот мы и сюда, да, путь к большому мосту. Вот он, да? Хотя, друзья, может как-то нам и удастся вернуться. Да, скорее всего, через это путь мы и вернемся. Не знаю.
В любом, друзья, случае, я с вами буду прощаться. На этом все. Всем удачи, спасибо за внимание и всем пока. До новых встреч. Я запишу, наверное, 2 серии подряд. Все, друзья, всем удачи, с Новым годом и всем пока.